Здравствуйте! Модель зайчиков 3D-оригами можно назвать базовой для целого ряда других моделей, где есть туловище и головка. По этому принципу собираются фигурки совы, кота, снеговика и многие другие, поэтому мы просто обязаны освоить ее в нашем курсе. Для этого мы приготовим 360 белых модулей, 48 желтых, 36 бежевых и 36 голубых модулей. Всего 480 маленьких модулей. Впрочем, для начала они могут быть все белые из обычной офисной бумаги. Ведь главное понять сам принцип, правда? Повторяйте за мной. Основа нашего замечательного зайчика будет состоять из трех рядов. Первый мы будем одевать длинной стороной наверх. Прикладываем два модуля. А второй и третий короткой стороной наверх. И соединяем их. Прикладываем еще один модуль. Соединяем. А теперь одеваем модуль третьего ряда. И продолжаем. Прикладываем. Соединяем. И еще раз соединяем. В каждом ряду у нас будет по 24 модуля. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В первом ряду осталось одеть 14 модулей. Основа нашего замечательного зайчика будет состоять из трех рядов. Первый мы будем одевать длинной стороной наверх. Прикладываем два модуля. А второй и третий короткой стороной наверх. И соединяем их. Прикладываем еще один модуль. Соединяем. А теперь одеваем модуль третьего ряда. И продолжаем. Прикладываем. Соединяем. И еще раз соединяем.
каждом ряду у нас будет по 24 модуля. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В первом ряду осталось одеть 14 модулей. Теперь, когда в первом ряду у нас есть 24 модуля, замкнем в кольцо. Прикладываем друг к другу крайние модули первого ряда. Соединяем их еще одним модулем. А теперь одеваем модули третьего ряда. Вот так. Теперь вывернем основу. Прижмем к серединке. Основа готова. Теперь будем делать жилеточку зайцу. Одеваем ряд желтых модулей. Положим основу на бок, чтобы было удобней. Длинной стороной наверх. Основа может немножко распадаться, но ничего страшного. Потом, когда вы оденете еще несколько рядов, этого уже не будет. Так. Дальше приступим к узору жилетки. Одеваем по порядку синий и вот такой желтенький модуль.
Дальше синий и желтый, длинной стороной наверх. Синий и желтый. Вот так. В следующем ряду мы смещаемся на один модуль в сторону. Одеваем вот таким образом. Также желтый и синий. Желтый, синий. Желтый, синий. Синий, желтый и синий. Следующий ряд мы также смещаемся на один модуль, только в другую сторону. Синий, желтый, синий, желтый. Синий, желтый. Вот так. Дальше одеваем целый ряд желтых модулей. Ярко-желтых. Наряд зайца готов. Теперь будем делать голову зайчику. Чтобы визуально отделить ее от тела, мы одеваем один ряд белых модулей короткой стороной наверх. То есть вот так. Вот так. Теперь одеваем ряд белых модулей длинной стороной наверх.
отдельный ряд белых модулей длинной стороной наверх. А всего таких рядов у нас должно быть 7. Наращиваем еще 6 таких рядов. Один, два, три, четыре, пять. Сейчас у нас готово 5 таких рядов. Одеваем еще 2 ряда. Вот. Теперь немножко округлим головку. Сама голова готова. Теперь сделаем ушки зайцу. Сбоку, это может быть любое место, одеваем 6 модулей короткой стороной наверх. Ушки зайчика мы полностью будем одевать короткой стороной наверх. Раз, два, три, четыре. Пять. И шесть. Дальше уменьшаем количество модулей. Одеваем 5 модулей. Крайние уголки остаются свободными. Один, два, три, четыре, пять. А в следующем ряду мы опять одеваем 6 модулей. Одним кармашком мы захватываем крайний уголок второго ряда, а вторым – крайний уголок первого ряда. Еще раз. Вот так. Четыре. Пять. И вот так. 6. В следующем ряду мы одеваем 5 белых модулей. Один, два, три, четыре и пять. А в следующем ряду также одеваем 6 модулей. Один, два, три, четыре, пять, шесть. В следующем ряду мы опять одеваем 5 белых модулей. Один, два, три, четыре, пять. А в следующем ряду тоже 6 модулей. Один, два,
3, 4, 5 и 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов у нас получилось. И начиная с 8 мы завершаем ушко. Для этого боковые уголки мы тоже прячем. Одеваем 5 модулей. Но одеваем крайние модули таким образом, что 2 уголка прячутся в один кармашек, а еще один во второй. Дальше одеваем 3 модуля короткой стороной наверх. И последний также захватывает 3 уголка. Вот так. Дальше мы одеваем 4 модуля. Завершаем ухо. Но крайний уголок здесь у нас остается свободным. Один, два, три. Но последним модулем мы захватываем сразу 3 уголка. Сзади отступим место для 2 модулей. Вот так. Одно ухо готово. И там, где должен быть третий модуль, одеваем 6 белых модулей короткой стороной наверх. Один, два. И одеваем 6 белых модулей. Дальше одеваем 5 белых модулей. То есть делаем точно такое же ушко. Дальше одеваем 6 белых модулей. Дальше снова 5 белых модулей. И опять 6 белых модулей.
Дальше одеваем 4 модуля, но зеркально. Теперь здесь у нас будет захвачен боковой уголок. 1, 2, 3 и 4. Вот так. Теперь наш зайчик готов. Но он немножко не похож на настоящего. Предлагаю сделать ему глазки, носик, ротик и галстучек, и ручки. Для этого я заготовила вот такие детали. Челку, ручки, бабочку и ротик. И еще у меня были вот такие глазки. Вы, конечно, можете оформить зайчика по-своему. Сначала приклеим челку. Дальше глазки. Потом приклеим ротик. Бабочку. И в конце вставим ручки. Намажем их клеем и вставим между модулями. Одна ручка есть. И вторая. Вот такой красивый зайчик у нас получился. До встречи в следующем уроке!